Депутаты Мажилиса парламента Берик Бисенгалиев и Еркин Абиль прибыли с рабочей поездкой в Кустанайскую область. Они ознакомились с ходом строительства домов для семей, пострадавших от весенних паводков. В селах Тауш и Колхамыс Джангельдийского района сейчас возводится 41 дом. Площадь каждого из них 80 квадратных метров. Строят 5 компаний. В сентябре ключи от нового жилья получат еще 14 семей. Всего в регионе новую крышу над головой обретут 250 семей. Ортақ санына келетін болсақ, 68 отбасы. В этом году в Джангельдинском районе 68 семей получат новое жилье. В Амангельдинском районе 83 семьи станут обладателями домов либо квартир в Аркалыке. Вся эта работа проводится по поручению президента. Средства выделяются из фонда «Казахстан халқына».